Юшин Сергей Витальевич, 91 год рождения, судимости нет. У меня интересная работа, но есть свои минусы. Угу. Отвлекаюсь на что-нибудь. Угу. Английский помогает тебе отвлекаться? Да, когда его много. Посмотришь фильм какой-то, либо, может быть, что-то готовишь, играешь на музыкальных инструментах, читаешь, или... с девчатами общаешься. Хорошо, что из этого ты делаешь больше всего? Ем. Допустим, где-то за границей, я начинаю понимать людей. Я ездил за границу, я общался с людьми, даже нескольким иностранцам я помог на английском. Скажем так, это доставляет мне удовольствие. Угу. Ну, я помог найти дорогу. Тебя понимали? Меня? Ну да, конечно. Мне сказали «окей». Это, мне же не сказали «окей», «окей». Мне сказали «окей», соответственно, я понял. Где ты учился раньше, до нашей школы? Ну, не учился, но посещал занятия. Ну, мне ставили оценки за посещение этих уроков английского, скажем так. Какой-то был результат от посещения, ну, кроме оценок? A little bit. A little bit. На донышке. Насколько ты продвинулся в изучении языка с тех пор, как ты сюда пришел? В каком соотношении? По 10-бальной шкале? Ну, пытаюсь фильмы смотреть на английском. Перевожу музыку, какую-то песню. Скажем так, ткнул пальцем в небо, пришел сюда. Вроде ничего так. Вроде я ничего. И остался. Наверное, больше уроков нужно, да. Нормально, что? То есть пришел уровень? Мне удобно, комфортно. Привык к людям. К каким людям? Да, вот, которого нет человека. То есть ты со студентом еще обучаешься, с партнером по обучению? Да. В чем плюс? В том, что ты не один. Ты не одинок в своем горе. В своем горе? Тебя поддерживают. И когда человек чего-то не знает, ты такой думаешь, ну, я еще не так плох. А, то есть помогает неудача другого человека, да? Нет, себя вообще звучит плохо. Перефразирую, да, лучше. Чем отличаются? Ну, я думаю, всем. Всем чем? Потому что я приходил на урок, сидел и уходил. Угу. А здесь я прихожу, что-то делаю и ухожу. Что ты делаешь конкретно? Я общаюсь с людьми. Хорошо. Общаюсь с преподавателем на английском языке. Угу. Я узнаю новые слова, узнаю грамматику. Но я не делаю ошибок. Домашний. Хороший преподаватель. Очень начитанный, эрудированный. Подскажет, надает, где надо. Молодец преподаватель. Do you have any possibility in Krasnoyarsk to speak with native speakers? No, I don't have. I speak with people in internet. On different sites. And is it easy for you to communicate in English with them? Yes, of course, you sit in front of a computer and you can use the translator. When I speak with people in Russian language, I can ask more questions, but when I speak with international people, I don't know what to ask. So, do you have a language barrier? Yes, of course. Yes, maybe. Can you work on it somehow? I don't know. I don't think about this. Will you think about it? Yes, I will think about it. Okay, thank you very much.